Ну что, пришло время убить Соника? Наконец-то. Что, не ожидали? Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Да, где? Так, подожди, где? Во. Еее, Соник умер, вся. Блин, вот черт, захват слетел. А, как неудачно-то. Дай еще раз на бис. На. Еее, все, Соник умер. Фу, я доволен. Классно. Сейчас громкость выставила. Так. Как обычно, все начинается с установки управления. Как мне не очень нравится, что оно слетает. Стрим, если что, на дне, но с галочкой, поэтому я иногда, возможно, буду отключать микрофон. Посмотрим. Ой, стоп. Окошко у меня немножко уплыло, я даже не видел больше. Так, надо вспомнить, что тут как к чему вообще. Закручиваем Соника. А, нет, что-то я не очень удачно этого сделал. А что ты, Тор, не можешь его убить за первый цикл? Ну, только иногда, я вот что-то не очень понимаю. Ну же вообще же не сложно. Ты более сложные вещи делаешь. Бомба. Да, но я уже видел, что на нее лечу. Верти его полностью, ну, это вот проблема. Ой. Ты не то чтобы слабо спамишь, ты не спамишь его почему-то вот в эту фазу вот. Вот в эту. Особенно когда он второй раз пролетает. Причем тут же не нужен бешеный спам, как на Орю. Ну, то есть, как бы, ну, не знаю, если честно, я вот этого не понимал на твоем стриме. Но, в принципе, ты и два цикла выдерживаешь, как бы, без проблем. Ну, как бы, я тоже выдерживаю, но мне лично неприятно. Но все равно, как бы, если можно без двух, то зачем? Ну вот, и мне именно непонятно, почему тебе легче вот это. То есть, как бы... Я понимаю, там, где нужен бешеный спам какой-то там, типа как на Марио или там на Рю, но тут вроде бы вообще так не особенно. Ну, в принципе, я ничего такого не говорю, как хочешь, проходи. Просто мне как бы именно... Я сказал, что мне это как бы, даже не интерес, как сказать, удивление вызвало. Да что это? Ну блин, надо же выжил. Сейчас на второй цикл идет гад. Скорее всего. Не, не ушел. Не, там бомба уже задела меня. Ух ты ж, взрыв.
Нет, Сор, не вызвала. Я ж тебе еще раз говорю, не вызвала, потому что там-то нужен довольно сильный спам. То есть нужно прям теребить по кнопке, да, чтобы успеть. А тут не надо, тут вполне обыкновенно. Я особо не напрягаю даже руку. Поэтому и вызвала. Да нет, ты за один этот стрим дошел до изумрудов, вот это я почувствовал себя дном так дном, вот это было для меня вообще печально очень. Я понял, что я абсолютно не умею играть больше. Да какой-то он не, вообще не уравновешенный. Да куда? Кстати, игру нормально слышно или погромче можно сделать? Ну, бомб-бомб тратить, ну, мне тоже показалось, что можно было без этого обойтись, в принципе, она бы и так сдохла без меня. Тебе норм? Чуть-чуть все-таки прибавлю. Просто я смотрю по этим, по уровням, что-то мне кажется, тихо. Ой, что, что я сделал? Все без комментариев. Да, секретку там странно найти, ну довольно тяжело. Хотя, в принципе, знаешь, но с другой стороны не так уж тяжело. Ну как бы видно, что пропасть, да, и странно, для чего-то она нужна. Особенно ее можно найти после того, как вот я сейчас ее уже увидел, да, в конце уровня. Соответственно, мысль, а как ее взять? Ну и сразу мысль, что где-то, ну значит, можно. И есть только одна пропасть, в которой я не был. Да, ну то есть, в принципе, знаешь, можно догадаться. Правда, со второго раза, скорее всего. То есть, даже если бы ты не сказал, что там невидимые блоки и так далее, да, я бы потом все равно пошел бы, проверил бы. Потому что я же вижу, что оно там есть. Да куда он? Так, Тор, давай без спойлеров, ладно? Даже без упоротых спойлеров. Блин, я что думал, он по другой немножко траектории полетит. Ну я же тебе говорю, даже без упоротых спойлеров желательно.
Ну, все 5 пуль попали в него. Отлично. Убийца дворецкий. Ну. Вертел я Соника. Ух. Не, слушай, по-моему, все-таки лбом таранить бомбу, это прикольно. Это плохая очень фаза у него. Траектория, в смысле. Я тебе подарить мидбоя за что? Мне что, на донатера похож? Один? Не, он 300 рублей стоит, слышь. Ты свой один стрим побольше оцениваешь 300 рублей? Нехило так. VIP-персона.
Ох, встретился. Да, боишься Соника быстрее пройти. Ничего страшного, я погорю, погорю и успокоюсь. Достал он уже возле меня крутиться. Ты так и так все быстрее пройдешь. Ты видишь, сколько у меня смертей? А смерти это как бы потенциально время затрачено. В смысле рандомлю? Ты про что? Типа, хочешь сказать, абсолютно нет тактики или типа того? Просто у него бывает иногда очень траектория какая-то левая. Вот сейчас, что это? Очень какая-то нестандартная. Нет, Тор, не совсем рандомно. Просто закрутить иногда получается, иногда нет. Я точно не могу определить, от чего это зависит, хотя интуитивно немножко понятно. Но я не стараюсь этого сделать. Вот. А когда закручиваю, фишка в том, что он начинает сбиваться. И тем более там летят бомбы просто. И за бомбами приходится этот раскрут как-то останавливать. Вот. Приходится как бы возвращаться к каким-то обычным траекториям, потому что иначе, пока буду его раскручивать, он это, ну, бомбочками опять в лоб буду таранить. Ох ты ж, ну я думал он немножко по-другому полетит, думал он снизу влево полетит. Не предугадал. О, последняя пружинка. Не, самое интересное начнется, когда я начну проходить изумрудики. А, ну и самолет, соответственно, который за ними. То есть, когда я буду доходить до второго круга и погибать, соответственно, на его опять этой траектории дурацкой, вот там начнется огонь. Там будет вообще жестко. Ну да. Ежом колется. Да не, он просто подружиться хочет. Да-да. Так и есть. Видишь, я его верчу. В знак дружбы. Он не оценил. Ух ты ж, да ладно. Думал проскочу. Ух, да ладно. Странно. Как же так?
затупил. Что-то затупил. Рано. Ну ладно, наверное, добью. Да вообще не говори. Ой, сбилась траектория, вообще без понятия, куда он летит. В меня. Сбилось все, когда сбивается уже, я не могу контролировать его траекторию. Ну да, кэп-то кэп, ну кстати нет, он не всегда летит в меня. Он лишь теоретически старается. Но вот сейчас он как-то да. Опять сбилась траектория, ну ладно, надо постараться как-то нормализировать. О, ну нормализировать-то более-менее удалось, но бомбочка. Что я же видел, но она в меня прям летела, там отойти надо было миллиметр. Это просто уже ступор называется. Да. Называется неудачная попытка закрутить. Now I vertate you. Надо было сбивать, потому что бомбочка летела. Удачно кинул. Кому он там собирается шоу, если я сдох? Опять, по-моему, не да. О, то ты не одинок. Радуешь? Да вряд ли. Ты же не скажешь, что я прошел Соника. Ну, потому что этого нету. А что меня сейчас еще может порадовать? Что за траектория дурацкая, Соник? Упорот. Да лол, ты упорот. Ну давай уже говори, что ты хотел бы.
В смысле, ты имеешь в виду, включая, сколько ты потратил смертей на самого босса, Годзилла? А почему это меня должно было порадовать? Я потратил намного больше. Я не помню точно сколько уже, но явно больше. Я на этом прыжке только дурацком, где Варио бежит, там потратил хрена сколько. А, так я на одном боссе-то потратил, наверное, больше 400 на Годзилле на это. Да, 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 точно. Ой, траектория дурацкая. Да, я уже понял, что надо делать. Ты чё, гонишь, что ли? Ты там вообще недолго сидел. Там потратил, наверное, смертей 20 от силы. Странно, чё он не убился. Ну какая все странная была траектория, в том числе у меня. Да, черепахи ты, по-моему, прошел там буквально вообще за... Мне показалось, вообще чуть ли не с первой попытки. Ну я просто там немножко тогда отвлекался, поэтому я точно не могу сказать, но мне показалось очень быстро. Вообще, по-моему, зашел и вышел просто. Не, ну учитывая, что ты, в принципе, в мультиплеере там уже тренировался немного. Ну как немного, мы там долго сидели. Привет, GogiBestEF. Ну поздравляю. Правда, я не знаю, с чем поздравляю. Я-то не видел этого босса. Понравится? Ну, мне вначале надо Соника убить. И это единственное, GogiBestEF, если можно, не спойлери как название боссов, а то сейчас ты этого пройдешь, скажешь название следующего. Блин, мне же самому интересно узнать, что там за боссы дальше. Соник легким стал. Прикольно.
Не, ну мне кажется, после первого убийства уже все легкими становятся. По крайней мере, мне, ну, Марио, например, уже не, ну как бы, в принципе, я думаю, я пройду его еще раз, если надо. Что-то я не могу сегодня дойти до изумрудов, еще ни разу не дошел. Блин, ну что же он делает? Пройти нет, вряд ли. Ну, в смысле, сейчас. Блин, да что же, ну блин, ну что я делаю-то? О, начинает что-то припекать от того, что я туплю. Опять спойлеры пошли. Да блин. О, а что же вы меня не поздравили-то? Это же вообще юбилей. Требую 10 тортов в чат. You're too slow.
блин, я не думал, что я до такого доберусь. 10 тысяч смертей. Я 10 тысяч раз Lol You Died видел. Ты что, охренеть. Правда, большинство смертей такие моментальные. Типа там, перед боссами там какие-нибудь шипы. Вот это был фейл, да, надо было сразу влево бежать, когда видел, что бомбы лететь неудобно. А, кстати, я забыл. Блин, ну прыгнул же. Ну то, предел здесь, наверное, ин 32, скорее всего. То бишь 2 миллиарда с чем-то там. У меня такое ощущение. А может быть даже юинт. Какой челлендж старт? Смысл в таком челлендже, если ты даже не можешь еще пройти игру? Я не знаю. Я понимаю, если бы ты прошел игру, потом уж такие челленджи устраивают. Как хочешь, но... Как бы... Я помню, ты даже упоминал слово чит, но вот это вот уже... Это уже гон. Гастли это не чит. Это же не кастомный персонаж, это... Я ничего, я скачал игру, это... и ничего в ней не добавлял, в ней уже это все было. Ну, после определенного момента, да, когда я это взял. Так что, ну, снимать это читом, это глупо. Ну, Тор, вообще-то я тоже всех боссов, кроме Соника, проходил без гастли. Я на Марио пробовал, но в итоге я прошел без гастли. Соника пройду с гастли. И это не будет никаким читом. И я по-прежнему смогу сказать, да, я прошел Соника честным образом. Давай, Speed My Game. Хех. Не попался. Блин. Лоло, что-то у него мало осталось-то. А что-то у него мало здоровья-то осталось. У него столько не оставалось, по-моему, ни разу.
Не, до кристаллов убить нереально. Ну, в смысле, я про себя, да? Вообще, да ты что? Даже то, что я ему оставил, это все равно. Ты смотри. Это там еще остается где-то 15%. Чем это снять, непонятно. Чисто нарандомить на траектории его, чтобы больше там снять, но это... Это, видимо, вот наоборот, я как-таки сейчас нарандомил, поэтому столько осталось. А обычно меньше, больше остается. Так что в любом случае мне две траектории выживать. О, ну что же, ну это же было изи. Да кристаллы давно пошли, слушай. Я сейчас за 127 смертей один раз дошел до кристаллов, так что, по-моему, у тебя ложное ощущение, что я вот-вот пройду Соника. Учитывая, что мне надо две траектории выстоять. Ну, две вот эти, две эти фазы полета дурацкие. А не две траектории, конечно. Две траектории запросто выстоит. А вот две фазы с этими полетами, вот это жесть. Даже если я кристаллы пройду, все равно, даже если я стабильно буду проходить кристаллы, что мне это даст? Я что, эти траектории буду выживать легко? Блин, ну вроде же почти. Ну да, типа того. То есть, когда я даже если перепрыгну этот самолет, то дальше, скорее всего, для меня будет какая-то неожиданность, и я сфейлю, как обычно. И спойлерить не надо, лучше сфейлю, но будьте по-честному. Блин, ну что же он обманывает меня? Я в него хоть попадаю? Вот сейчас. Я просто не вижу. Блин, думал, он как-то по-другому полетит. Визоритка, понятно. То есть практически вообще ни о чем, да? Я уже говорил, мне стрельба вообще не отвлекает. Никак. Абсолютно.
Так что пусть хоть эти пару пулек попаду, но вдруг меня потом они спасут. Единственное, что, если честно, я иногда стараюсь целиться в него. Вот это, может быть, меня сбивает. Я вот, видишь, стараюсь закрутить, потому что вкрученным он больше все-таки в него выпадает, скорее всего. Блин, ну чё же оно, так удачно вроде шло довольно. Две? Нет, Тор, мне кажется, тебе три, если ты вообще не будешь с него стрелять. Опять обманул. Да хоть 4? Докажешь? То я тоже могу сказать, да хоть 10. Но только потом доказать не смогу. Увижу, когда. Ну ок. Давай, интересное, необычное прохождение Соника увидим. Хотя, может, оно обычное, я-то не смотрел прохождение. Может, так все и делают, это я дурак тут спамлю. Блин, почти. А, после дольчиков, в тот раз это означало в понедельник. Точнее, даже это означало завтра. Да, точно. Это означало завтра. Блин, да что ж, ну как же это, лол. Вон, заметьте, сколько осталось сейчас, намного больше. Какой ваш американец? А что, в Боше есть серьезные баги, помогающие прохождению? Я не знаю таких.
Ну вот это он, траектория у него дурацкая. Повезло. Повезло? Не повезло. За 34 минуты рейп-мод. Отлично. Тор гордится тем, что находишь эти баги. Естественно, не тем, что ты прошел больше и быстрее всех, а именно то, что ты нашел эти баги. Только в этом суть. А, кстати, Гоги Бастия, как ты думаешь, на вот этой доске лидеров, да, на сайте Солгрина, есть на первом месте на Total Average мод больше без смертей. Как ты думаешь, это реально? Ну, без читов, естественно. Или это все-таки какие-то читы? Нет, там только на Total Average 0 смертей. На харде там уже, по-моему, 19, что ли. Ну, тоже, но мне кажется, это все-таки нереально. Это какие-то читы, скорее всего. На изиче, да, на изиче, я думаю, реально вполне. А уже 0, да, на харде? Ну, жесть вообще. Значит, Боши не забыли, в Боши играет. Что за дурацкая траектория опять? Соник упоролся. Кто тут еще упоролся? Да, смерть вообще отличная. Я, естественно, думал, что я на безопасном расстоянии. 10-10-10. Вертел я Соника. Ну да, и бомбу помешали. Я хотел сбить траекторию, но он уже не позволил мне этого сделать. Проблема закручивания в том, что траекторию фиг собьешь. А не сбивать вообще нереально, бомбы же летят. Затупил.
Ох, да, это я представляю, наверное, там горело полдома, наверное. Пострадавших не было, ну самое главное. Даже то мозг не пострадал. Ну это крепкий. А у тебя было на Сонике, что ты на последней пульке умирал? Ну, чтобы оставалась одна пулька. На Марио было. И, по-моему, на Рю что-то близкое было. А, на Рю я вообще погибал после его убития. Он на меня полетел. Просто упал. Опять какая-то траектория. Не, все нормальная траектория. Я, по-моему, гастри в нем попал. С помощью гастри. Блин, надо было это предугадать. Гравитрон. О, гравитрон это идеальный просто это уровень. Ну не уровень, это момент. Не, на тучке я не погибал. Вообще тучку мне очень понравилась. Ну, в первую очередь, конечно, из-за музыки, но и сам босс тоже прикольный. Очень порадовал. Мне меньше всего, наверное, понравился босс этот, пока что Китти. Потому что я до сих пор его считаю сложным. Не знаю, мне почему-то его тяжело пройти, лол. Да знаю, мы только как-то удаляешь больше. Ходили. Не знаю, мне Китти тяжело, ну лол. Правда, я давно не пробовал, если честно, но... Блин, что-то Китти мне не идет вообще. Рю, он прошел где-то с 20 смертей, со второго раза, я имею в виду, ну когда уже вот...
В мультиплеере мы проходили, вот, Storm. А этот, вот, Китти, жесть, вообще не понимаю, почему так тяжело. Не, я Китти за один цикл только на изиче могу. Время у нас уже почти 10 часов вечера. Да, кстати, сегодня у нас какое число? Сейчас не могу посмотреть. А, 29 апреля. Удобно. Удачно, в смысле. Сейчас заметно было, да, что я старался в него попадать. И вроде попадал, в принципе, успешно. Хоть по одной пульке, но попадал. По одной пульке, в смысле, за каждую раскачку. Сейчас уже хуже получается. Ну что же он так высоко-то полетел, ну блин. А, Тор, ну что-то, как же можно есть, не запивая, ну хотя бы соком. Не, Гоги Бласт, я просто всегда прохожу так, как я могу на максимум. То есть я не стараюсь конкретно, да, успеть. Я просто стараюсь максимум вынести, сколько я могу вынести. То есть как бы конкретно цели там что-то заспидранить нету. Но выношу столько, сколько могу. Да. Ну печалька, Тор. Я завтра, наверное, поеду на работу. Но пока не уверен. Так что завтра, наверное, от меня тоже стрима не будет. Да, босс качественный. Вообще тут практически все боссы качественные. Не в каждой игре встретишь настолько разнообразных и интересных боссов.
У меня вопрос, а Soul Green проходил Rapid Mod? Не убежал. Эй, ну куда ты лезешь-то? Лол, я что, два раза только до изумрудов дошел за этот стрим? Почти 200 смертей. Что-то я не очень. Соник же легкий, ну вот эти траектории, ну чё в них такого? Вот это вот уже было опасно. Блин, ну что это? Каждый раз что-нибудь такое происходит, от чего я не могу увернуться. Правда, иногда это бывает внезапно, и там я как бы понимаю, что я ничего не мог сделать. А иногда бывает, блин, обидно, когда я просто затупил. Вот сейчас, например, было довольно-таки внезапно. Последняя смерть. Ну, именно от Суперсоника. Лол. Не, знаешь, я не знаю, как бы, как сейчас, ну, то есть, может быть, у меня ошибочное какое-то ощущение, но мне почему-то кажется, что у меня не будет бурных эмоций, поэтому я сразу извиняюсь, если их не будет. Ну, потому что, ну, не знаю, по крайней мере, пока что-то я вот сижу с покерфейсом, если честно. Хотя, возможно, когда я доживу до второго цикла, вот там, возможно, уже начнется эпик, но это только возможно. Блин, ну что ты сделал, Соник? Ну. Я понял. Кстати, а почему меня самолет не задел? Что-то я не понял, я же его не перепрыгнул. Странно. Ну да, с монетками тяжеловато, если честно, они какие-то резкие. И оставил я ему очень много. Вот сколько я в тот раз оставил на изумрудах, и сколько сейчас после изумрудов. Учитывая, что он пока там еще после изумрудов стоял, я там немножко, он, по-моему, успел еще потратить. А, не пробиваем печалька. А чё ж так, чё за тупость? Зачем так сделали? Чё, думали, все слишком легко убьют Соника, что ли? Ну блин, нихрена себе.
чуть бомбочку не собрал. Да, в кучу прям. Ну, прогресс это уже радует, конечно. Дошел до монеток, ну до колец, в смысле. Опять чуть не ускакал. Да блин, ничего за фейл. Уже 202 смерти за сегодня. А я почему-то думал, что он проскочит. Что же это, ну? А, ну я понял, кстати, почему я так мало потратил в тот раз еще, потому что он это, ну, свою дурацкую эту фазу начал не на моем уровне, а где-то чуть выше, мне пришлось прыгать, и я мало потратил. Ну, который после бомбочек. Про это. У меня такое ощущение, что чем больше я в него попадаю на этой фазе, тем он становится агрессивнее. Читать бомбы, да я думал. 6, да, их вроде. Первая пошла. Вторая пошла. Третья пошла. Четвертая пошла. Пятая. Понятно, последняя осталась. А он начинает там крутиться справа, когда бомба же шестая еще не долетает до земли, правильно? То есть мне по сути сейчас не хватило несколько миллисекунд, чтобы он перешел в эту фазу, да? Если там уже шестая виднелась.
Так, я вернулся. Не очень. Ну как рандомлю. Рандомлю. Какая вторая бомба, да? Третья вроде. Фу, задолбал его этот старт неудачный. Что я делаю? Блин, я думал пролетит, ну чё он такой... Непредсказуемый там. Вроде я уже думал, что практически предугадываю траекторию. Не, похоже, ошибаюсь. Блин, так и знал, что не надо прыгать. Да, и забыл бомбу считать. Что ты делаешь? Что-то непонятно. Не, ну честно, он уже подзадалбывать начинает. И что значит агрессивный? Это он на меня агрессивно лезет. Надо было чуть правее, потом чуть левее. Пройду, ты чё? Ты не перепутал стрим? Там вот топы, там в другом месте стримят. Я на дне. Раз бомбочка, два бомбочка, третья летит, четвертая. Ух, это было сейчас идеально, это же было идеально.
только бы перепрыгнуть, и все, стою слева с края, начинаю стрелять. Ты куда убежал? Ну что ты вообще обнаглел, Соник? Ты чё? Забыл, где ты что ли, Соник? А ты что? Лол. Не думал, он ещё второй раз начнёт выпрыгивать сейчас. Так, вторая бомбочка. Вот это было... Нет. Не культурно с его стороны так траекторию менять. Опять убежал? Да ты что? Too easy. Что он говорит, когда я на пружинках погибаю? Я никак не могу расслышать. Что-то там заканчивается вроде на sometime. Вот первые слова вообще не могу расслышать. А, вот это зря переключил, надо было дать послушать. Не только на пружинках. Вот это. Что-то там again sometime, что-то, блин, я не понял. Тор, ты одноразовой посудой питаешься? Неужели все так плохо? А виш это как переводится? Что-то я забыл. Типа... А, блин, сейчас подожди. Желаете попробовать еще раз, что ли? Типа того? Угу. Да, я уже повторил, он практически... 1900 раз примерно. Или 1800 раз. Вот норм, он даже выскочить не успел. Что-то мне он уже начинает разогревать, этот Соник. Да что ж ты делаешь? А, по-моему, пора заканчивать.
По-моему, так я в него наоборот мало попадаю, а не много. Ну почему я от бомбочек погибаю? Надо начинать что, Тор? Давай, крутить ю. Нет. Джестор, ты какой некрабик. Вот, видишь, как идеально прохожу. Писи кейк. Боже, не Зидан? Если честно, не понял. О, повезло, не повезло. Не повезло. А, да, я помню этот момент, прям солнечное сплетение. Придурок психованный. Хочешь сказать, я таким же стану, пока Марио пройду? Но я пока хотя бы головой об клавиатуру не бью. Это пока. Так что положительный момент. Положительные признаки, что еще норм. Это была не голова. Сейчас еще на вторую круг ускочит. Нет, не ускочил. Ой, как-то неудобно он. Ну, неудобно он вылез. Непонятно откуда, куда, зачем, кто он вообще. Не знаю, Тор, но ты через пару стримов точно выйдешь, а я еще очень не скоро. Первая бомба. Вторая бомба. Too easy.
Третья бомба. Четвертая бомба. Пятая бомба. Почему не считать? Мне кажется, надо считать все-таки, чтобы встать. Нет, это была не голова. У меня просто стол немножко такой нестабильный, и поэтому небольшой даже удар кажется, что как будто там со всей дури ударил. Не, он просто такой нестабильный. Он на одной ножке как бы держится. Ну, не, как бы он не сломан, он так и должен на одной ножке держаться, такая открывающаяся ножка. Так, это третья была бомба. Четвертая, пятая. Последняя осталась. Ага. Ну, у меня земля из-под ног уходит, что я сделаю? Так и знал, но там некуда было перепрыгивать, справа там Соник был. С ним что-то не так. С ним. Ну, в общем, с кем-то. Too easy, piece of cake.
We should do this again sometime. It's fashion time.
Ну, я отвлекся просто на включение микрофона. Не, видишь, уже все. Не могу уже пружинки пройти, это уже признак. Хреновая у него траектория. Ну что я сделать должен был? Он гад закрутился. Ну, потому что там бомба летела, я не мог там продолжить. Блин, короче, что-то продолжить. Могу продолжить крабить. Это всегда, пожалуйста. So fucking close, ну что ты делаешь, ты лол?
У меня не получается его не закручивать. Да лол, я забыл, как надо, как не закручивать. Он же сразу в меня летит. Вот. Ну тогда сразу убивает. Вот как только перестает закручивать, сразу убивает. Ну, второй пружинки, как правило, я не выживаю. Ну, исключение. Подло. Да я понимаю, я вижу свои ошибки в основном. Но это не значит, что я их могу исправить. Ну или как-то, точнее, не допускать. Не все, но большинство я вижу своих ошибок. Но некоторые моменты я действительно не знаю. То есть даже если бы у меня был шанс переиграть, не факт, что я бы мог. В эту сторону очень неудобно закручивать. Я не могу. Мне против часовой стрелки жутко неудобно. Почему-то. Сейчас на второй цикл опять уйдет, да? Нет. Что это за траектория? Наконец-то я его не закрутил. Ну посмотрим, что это мне даст. Ничего не даст. Блин, надо поудачнее сохраниться. Да вот, он сам закручивается, но что я сделаю? Он сам хочет крутиться. Разве я могу другу отказать включение? Too easy, piece of cake.
Надо просто делать этот круг больше закручивания. Привет, Экстерминатус. Да, действительно очень хороший ремикс. Мне тоже нравится. Не попадаем, да? Лучший ремикс Green Hill'а скрылся за Хадукинами. Вроде никакой разницы нет играть за Рю или за Боши в плане того, что попадание в Соника. Вроде то же самое, чё-то не заметил, что прям была разница. Вот только здесь я не могу попадать, я имею в виду в плюс нету разницы. Ну и вот когда он прыгает, проще попадать, а здесь вроде никакой разницы. Хорошо, давай попробую просто уворачиваться. Я вообще не буду стрелять на этих его, ну ты понял, полетах, этих виражах. Все, не стреляю. Но мне кажется, меня вообще это не отвлекает, стрельба никак. Ой, ну что, ну это было смешно, да. Да? Ну, я так понимаю, его дают за прохождение игры, так что, в принципе, почему нет? После прохождения можно всяких ништяков надавать, которых, как бы, которые уже не такие, как, ну, изменяют, как бы, баланс. Это норм. Блин, да ладно. Почему я не отгадал? Сбился он. Какой автофайр? Автофайр это же только через читы. Ну, кроме EZ мод. Что-то я запутался. Not
Не, ну Dark Porsche это же не читы. Правильно. Ну, если ты его получил честным способом. По-моему, если бы там я не перепрыгнул бомбочку, то она бы все равно меня убила, так и так. Ну а зачем видеть? Я представил примерно. Ну какая разница. Читы, как бы на то читы. Читами наверняка можно ваншотить босса. Ну, смысла нет. Может только если дойти до определенного места в игре, например, ты сейф потерял, заново проходить не хочешь. Вот такой может быть смысл. Соник не очень.
Да, плохо. Ну хоть хотя бы дошел до этого момента. Ну, опять не очень удачно. Ух ты ж. Почти. Ну, хотя как почти. Не так уж и почти. Ну все равно у него очень много здоровья осталось. Как же тогда я так мало оставил? Это жесть просто. Не, ну почему? По твоему совету я стою слева и иду вправо. Вроде с края, ну хз. Опять много. Ну вот, с краю я стою. Кстати, оставил не так уж и много. Такое ощущение, что я в него попадал, когда он ну, на этапе кристаллов. Thank you.
Да что это? Должно было случиться не так. Он закрутился, гад. Да какой научиться открывать? Научиться траекторию его проходить. Научиться от этих изумрудиков уходить. И только потом от колец. Все. Мог. А, я мог его. Все, пока. Хотите, чтобы я вообще тут слег, что ли? Ну, возможно, сейчас микрофон все равно я отключу так или иначе. Буду потихонечку разговаривать, уже поздно. Не знаю, почему управление каждый раз заново, но потому что я, если что... А, ну в смысле, почему не сохраняет? А, не сохраняет, не знаю, но как бы... Если поставить стандартное, то сохраняет.
Ну вот и дошел. Ну что, я много оставил очень у него. Я уже начал волноваться, даже немножко руки затряслись уже, честно, после этого. Опять он закрутился. Не, закрутка это плохо. Не знаю, почему закручивается. Немножко не отдал.
Sonic's the name, speed's my game. Заметно, что стало получаться особо. Ну да, чуть чаще стал доходить до изумрудиков, но как все равно. Вот такие вот траектории просто убивают во всех смыслах. Okay.
Жестокий он. В смысле, что странно не засчитывается? А, он же, наверное, ставил даже. Забей. У меня рейтинг ниже, чем у Торниса. Всегда хотел это сказать. Чё это он там запекал? Too easy, piece of cake.
По-моему, зря я начал играть еще раз. Понимаю, как пройти эту фразу.
Вообще не понимаю, кто фазу проходит.
Do this again sometime.